объявляют результат четвертого тура. Грачёков Павло ничья, Бизанцев Малахов ничья, Непомнящий выиграл Полищука, Демидов выиграл Фона Акиева, Морозевич выиграл у Алфавина, Савченко Новиков ничья, Сычёв проиграл в Вятницу, Андрейкин выиграл у Кабадия, Бабулин проиграл Кубу, Найл проиграл Мажарову. Лидером 100% очков продолжает Игорь Морозевич. Объявляется пара пятого тура. Первый стол Мажаров Грачёв, второй стол Дубов Найл, третий стол Кабадия Бабулин, четвертый стол Звягинцев Андрейкин, пятый стол Новиков Сычёв, шестой стол Апарин Савченко, седьмой стол Иннокеев Морозевич, восьмой стол Онищук Тимонов, девятый стол Малахов Непомнящий и десятый стол Лагунов Рязанцев. Вот, друзья.